Привет всем, сегодня у нас 16 февраля 2024 года. Загрузимся там, где в принципе остановились. Значит, как бы смотрим уже по обстоятельствам, по лодке, как что, куда, у кого какие заклинания. Единственное, я говорю, вопрос, почему же эта книжка-то такая бестолковая оказалась, в которой написано, что книга содержит все заклинания воды. Ну, все, я не знаю, хоть ты прямо эти все две поставь, все равно нету. Ну, сейчас-то есть, понятное дело, но... Как бы вот. Здесь у нас закрыто, потому что голубая, у нас только синяя есть. Из того, что мы знаем еще с предыдущего раза, это как раз вот та самая подсказка перед тем, как сюда мы... Я ее зачту. Впереди вновь показались затопленные пещеры, и, похоже, снова придется плыть. Агар предупреждал нас. Он сам несколько раз пытался добраться до противоположного берега этого подземного озера. Тут просто написано так, этого подземном озере. И с помощью магии и на лодке, но озеро полно подводных камней, а противоположный берег слишком далеко, чтобы положиться на заклинание. Возможно, мы сможем увидеть то, что нам нужно, если обойдем наш корабль по воде. Возможно, мы сможем увидеть то... Ну, невозможно, а точно, но что мы можем увидеть? Сможем увидеть то, что нам нужно, если обойдем наш корабль по воде. На этом мы будем как бы акцентировать свое внимание. Но, чтобы нам обойти наш корабль по воде, и вообще, куда нам надо, куда обойти по воде, потому что... Агара-перегара сюда как-то не перебросить. Только если количество ходов нам будет это позволять делать. По факту. Вот. Так что пусть, ладно, пусть пока стоит здесь. Здесь нам надо по-любому по воде попробовать. То есть там мы ничего тоже не увидели. Вот. Сюда перейдем. Теперь нам надо завтрашний день. Наверное. Так, ну-ка. Сможешь ли ты перейти по воде сюда? Сможешь. Но зачем? Мы отсюда пришли, собственно. Причем вот аж отсюда мы стартанули. Вот, есть одна вещь такая, что в принципе попробовать надо. Работает ли заклинание в течение дня? Вот, для этого нам надо, наверное. Бам-бам-бам-бам. Что, наверное? Может быть, нам ожерелье надо вот это передать тоже. Пригодится. Например, Агару. Мы-то не на воде. Где это ожерелье? А, вот. Так, мы не на воде. Хорошо, мы теперь вообще вот здесь. Просто мы уже были на том берегу, как сами по себе. Возможно, здесь какие-то махинации должны произойти. Вообще, через камни, как я понял, он, ну, как мы только что видели, он не хочет пробегать. Даже если мы сделаем вот так, например. Вот. А, ну, даже если мы, например, вот так сделаем, то есть откроем себе проход, а здесь его закроем. А, подожди, он не может сейчас, да? Да, сейчас мы не можем это сделать. Например. Ну ладно, даже предположим. Не, подожди. Вот если Агар стоит так, теперь Агар стоит вот так, мы можем сюда добежать? Нет, не можем.
возвращаем Агара на место. Мы не можем, потому что у нас ходов, видимо, не хватает. Сейчас побольше сделаем. Так, вот теперь сделаем. Хождение по воде. Так, сюда. Так, ты еще открой. Вот. Ходов у нас достаточно, но... Если мы встаем так, то мы никуда не можем. А это я к чему? Это я к тому, что через камни нельзя добраться. Вот. То есть, как бы тут у нас сплошняком камни. Ну, где у нас вот... Ну, короче, то, что было видно до этого. Там сплошняком камни. Если бы где-то можно было зацепиться за бережок, то за бережок мы бы обязательно зацепились. Поэтому, я не знаю, может быть, несмотря на подсказку, как-то попробовать немножко... Ну, вообще, дорога строится сюда именно. Типа, возвращаться обратно... Наверное, ну, как бы это неуместно. Вот. Ну, а что делать в то же время здесь, тоже непонятно. Потому что, да, мы можем вот сюда... Как бы отсюда, сюда, сюда. Но даже вот как бы при желании перетащить двоих героев... Это что, снежная? Мертвая растительность. Прикольно. Или она заплесневела? Но это снежная, конечно. Вот. То есть мы даже если сейчас стартуем... А, мы уже сделали это. Даже если мы сделаем вот так, то как бы но мы все равно ничего не успеваем, не то что не успеваем, мы все равно ничего не можем сделать, даже если мы поместим Фредерика обратно на корабль. Ну, я не утверждаю сейчас, но чисто логически, если мы сейчас даже Фредерика загружаем на корабль, ну, не сейчас, в смысле, а после того, как он передает свиток, например. Но здесь помогла бы только одна вещь. Ну, как бы это такие тоже фантазии, которых здесь, наверное, нереализуемые. Это... ну, это шляпа мореплавателя. То есть сборный артефакт, который позволяет высаживаться. Вот, а так мы как бы что мы делаем? Да ничего мы толкового не делаем. То есть мы, конечно, может, передаем. Но и все. Коричневый страж. Поэтому вопрос остается открытым. Что делать? Как быть? Угу. Не, я говорю, даже если мы опять же сейчас... Ну, я даже подошел, да, предположим, подошел, это все ясно. Если мы даже вот сейчас сделаем то же самое. Плюс у нас теперь, конечно, двое. Не знаю. Типа, заклинание вообще сработает. Но вообще мы шагов потратили. Если мы передадим их, например, ему. О, у нас аж целых две. Не, это просто так. Это как бы подарок. Знаете, может ангела дать. Одного. Вообще, в чем фишка двух этих ангелов? Да, заклинание работает. Мы отдали. Да, отдали. А заклинание работает. Ну, логично. Но... Нам бы вот сюда, конечно, было бы хорошо. Тогда, ну, нет, тогда мы ничего не открываем.
Ой, жесть, а что делать-то? Ну, предположим. Подожди, а он корабль... Подожди. Корабль-то в эту сторону он может сделать, так ведь? Ну, типа да, конечно. Так, ты не можешь, да, выйти сейчас? Подожди. Чуть-чуть новая мысль. Ну-ка, вернитесь на исходную. Ты стой, а ты вызывай корабль. А, нет, здесь нет места. А, ну да, значит, сюда он не может вызвать, в эту сторону. Так, мысль, конечно, может быть и новая, но ничем нам не помогающая. Тогда забирай свиток. Да нет, тогда какой смысл забирать свиток? Если ты все равно... Да какие раскопки тут и так вон накопано? Если можно было бы закопать эту яму, было бы нормально. Так, предположим, не знаю, что, конечно, предположим. Если ты выгрузишься на корабль, то, по сути, ты теряешь местность. Не знаю, что делать. Так, смотрим. Смотрим. Кстати. А что кстати? Ничего не кстати. Ты же ничего не видишь, ты же не можешь. Может, Фредриха? Может, его уволить нафиг? Да ладно, это шутка. Оно не работает все равно, даже если его уволить. Так. Вот книга, но я говорю, все заклинания. Ну где все? Где все? Все. Все. Где? Хождение по воде. Хождение по воде, которое водное заклинание. Вот нафига эта книжка? Либо у меня что-то надо... Может, надо эти... загрузить обновление. Может, все-таки уж стоит загрузить обновление. А то я, короче, ну я не знаю, что здесь делать. Вот даже я Бегиса сейчас переставил сюда. Агара, перегара. Но... ну, а зачем, типа того? Если бы этот куда-то мог сдвинуться, то мы могли бы тогда этим заклинанием его сюда пропихнуть. Может, реально надо обновления какие-то. Ну, потому что здесь везде камни. Вот я даже вот сейчас вот даже вот это мы, как это называется, подтвердим. Хотя подожди. Секунду. Я, кажется, понял. Ща. Подожди. Может быть. Так, давай. На Селестину, например. Так. Ща. Может быть, нет? Нет? Да? Серьезно? А. Хрен. А зачем? Зачем мне Фредерик на корабль засовывать? Обратно. Автосейв. Не, а Селестина. Не автосейф, а Селестина. Фредерик, ты зачем я на корабль-то засунул? Подожди. Интересно. То есть, ты как бы в теории, да и на практике, ты как бы сюда добегаешь. Ну вот я говорю, у него нету вот. Если бы его сдвинуть можно было. Или корабль бы он в эту сторону наколдовал. Если бы он мог на него сесть, конечно.
так-то он же может, ну, Фредерик же может сюда перемещаться по воде. Следовательно, здесь вот как бы, ну, место для корабля есть, по идее. Но он его сюда активно колдует. Ну-ка. Не хочет. Нет места для корабля. Ну, странно. На корабль прыгать вообще никак не надо. Но, может быть, до них, может быть, ты никак сюда не попадаешь. Тебе тут нету места. Даже если будет это видно. Ладно, проверяем, проверяем. Надо все проверять. Все надо проверять. Если есть смысл, то проверяем. Ну вот, например. Но ты так сюда не можешь же перепрыгнуть. Ну никак. Ни через что он сюда не может перейти. Ни через корабль, ни через еще что-то. Вызови-ка. А, ты не можешь вызвать. Даже этот не перекрывает корабль. То есть он никак его не может обойти. Отбежать. Ну, что-то, короче, здесь, походу, надо что-то, какие-то обновления устанавливать. Но я не знаю, это, здесь как-то логике не поддается. Это вообще для кого? Это, ну... Не, ну может, конечно, прозорливый школьник какой-нибудь это решит еще быстрее. Ну, потому что у него голова немножко по-другому работает и другим как бы по-другому мыслит. Может быть, я что-то не вижу. Но, по-моему, здесь очевидно, что видеть здесь нечего, потому что везде камни. Я буду очень, конечно, удивлен тому, что я что-то не вижу. Может, видение сделать, чтобы лучше видеть? Ну, что делать-то? Алло. Здрасте. Можно? Я думаю, надо установить обновления. Какие там предлагают. Может быть, что с этим связано? Может, какие-то жалобы уже были на это? Но я просто, как бы, пока у меня жалобы, я не понимаю, что я, ну, что делать, не что я делать, а что делать. Потому что сюда нам явно не надо, как оказалось. Потому что с таким же успехом можно было бы и... Такие, конечно, с одной стороны, классические пятнашки, может быть. Может быть, эти две точки будут ближе. Хотя нет, а ты не высадишься. Ты не высаживаешься нигде. Так. Кораблем, пускай закрыт, это не важно. То есть везде камни, он нигде не может. Если он не может на них ехать, то он не может на них ехать. Ну, я не знаю даже. Копании. Ничего не хочет копать. Может, он закопал бы эту яму. Было бы здорово. Ну ладно. Короче, я не знаю, надо, можно. Может быть, надо обновиться. Может, реально здесь где-то что-то вот, ну, недорисовано, какая-то вот точечка. Я уже все просто смотрел, что было можно, что было нельзя. Так, корабль здесь стоит лишний, в принципе. Ну а давай оба мы на кораблях. Ну, предположим, здорово. Отдай.
Оба мы на кораблях, да? Ты на корабле, я на корабле. Ну и чё? Ничего. Предположим, тебя надо вернуть, Фредериха. Фредериха, чтобы вернуть, это не так сложно. Чтобы лодка не мешалась, которую я зачем-то поставил. Вот, ты отдыхаешь пока. Ты добегаешь сюда, пропускаешь. Даже, может, не пропускаешь? Нет, пропускаешь. Потому что ты никуда не доходишь. Тогда пропускаешь, ладно, предположим. Ты по-любому сейчас пробегаешь, потому что нормально у тебя есть ходы. Даже если ты сюда, например, пробегаешь. Вот, опять же. А, опять же, да, я ничего не сделал. Вот, он опять же стоит. Не знаю, давай ты, короче, предположим. Ну вот, он не может ничего сделать теперь. Так, если вот так, то он может. Даже сюда может. Но, опять же, типа, мы возвращаемся просто к тому, если я ему даже передам свиток вот сейчас, но он не сможет вернуться сюда никак. Ну не может он сюда вернуться через свиток. Даже если мы сюда сможем перебраться. Ну, например, ладно, предположим. Правда, предположение вообще ни о чем. Мы еще можем переплыть. Когда мы отдаем ему свиток. Можем, да? Предположим, да? Даже сюда мы можем. Ну, как бы. Типа делаем корабль. Даже можем на него сесть. Правда, зачем? Вот. Ну, она можем на него сесть, неважно, короче. Сядем, все равно времени достаточно. Бегис никуда не может приплыть. Никак не может воспользоваться этим свитком на корабле. Как, если он высаживается, он теряет ходы. Если он теряет ходы... Хотя, подожди. Ну, давай, короче, пробовать. Может быть, чего кто-то... Как бы вот... Ну, давай сюда поближе. Типа, мы здесь стоим. Хорошо. Вот, мы стоим здесь плотно. Никуда ни выше, ни ниже. То есть, может, палатку вот заюзать. Все, мы никуда вот не можем приоткрыть никакую завесу. Здесь даже, если мы сюда даже тоже до палатки доходим, ничего мы не можем сделать. Спускаемся вниз, ничего мы не видим. Через это он не проникает. Вот. Никаких подзорных труб у нас тоже нет. То есть стартовать он должен отсюда. Вот он стартует отсюда, предположим. Делаем ему хождение по воде. Вот, мало того, что и вообще обзор еще, опять же, еще меньше стал. Вот, опять ничего не можем. А, подожди. Сейчас, секунду. Вроде бы, подожди. Секунду. Стой. Фредерик, ты же у нас плывучий случай. Подожди. А чё я раньше этого не обращал на это внимание? Предположим, ты делаешь вот так. Ну-ка, сейчас подожди, может быть. Нет, не может быть. А, может быть! Да ладно, и чё? Ну, хорош. Так.
Я вот, если честно, вот одну вещь, почему я сюда этого не делал и почему я не обращал на это внимание. Одна простая вещь. Я думал, что, не знаю, почему, по каким вообще представлениям, то, что если, как бы это... Ну, хотя, да, я сейчас вспоминаю, что обзор, короче, обзор у шахты на местности, он... А я потом вспомнил, что он небольшой, а у героя большой. Ну, все, все, двигаем. Агар на агар у нас на местах. Селестина, продолжаем. Хорош, хорош. Так, далее. Теперь, что? А теперь вот вопрос, что делать дальше. В принципе, я сделал то, что я хотел. Ну, сюда Агара прислал, и у нас есть теперь заклинание. Это хорошо. Вот. Отлично. Это то, что я в первую очередь хотел. То есть у нас получилось, во-первых, сюда засунуть Агара. Но теперь следующий момент. Следующий момент гораздо сложнее. Вот, предположим, да? Мы посмотрели. Агар, ты можешь сюда куда-то прибежать? Нет. То есть даже если мы вот так сделаем. Это впритык, да? Вот вообще впритык как бы встали. Вот я этот момент просто, ну, мы же плавали в тот раз. Я все это обращал внимание на это все дело. Вот. Агар ничего не может здесь сделать даже с заклинанием. То есть вот даже так он не может. Здесь просто грибы. Вот. Нигде ничего не встать он не может. Заклинание мы сделали, если что. Ну ладно, я думаю, если я с шахтой разобрался, ну вернее вот с тем проходом, то я и здесь, ну, просто должен разобраться. Скорее всего, конечно, это никакой не лаг. Ладно, это просто очень сложно. Ну как бы серьезно, разрабы, это вообще для кого? А на ангеле нельзя пролететь? Типа, он за шкирба на Агара возьмет, ну, и типа, и нормально, наверное, как. Зачем нам дали эти два ангела? Ну, ради кого? Тут пишут что-то про просто лодку. И увидеть. Увидите лодку, увидеть. Ничего здесь не пишут про ангела в... Да и тем более, если бы ангел мог куда-то переносить нас, мы бы здесь уже так, но на это. Ну, давай попробуем, ладно. А почему не на вивернах? Не ангел. Короче, не ангел нам не помогает. Может, ходов не хватает? Так, это вода, опять же. Опять вода. Но нам туда уже не надо. Ладно, короче, с ангелами это... Конечно же, это не то. Будем пилить здесь, чё? Не знаю, вот этот вот кусочек было бы очень неплохо открыть. Ладно, поплаваем еще туда-сюда. Ну вот прям вот чуть-чуть. Чё там у нас? Не видно, кстати, даже по этим. Так вот. Так вот. Ну, типа, вот открыли. Опять же, еще раз. Может, что там не сработало? Да не, ну, как бы вот, ну, никуда. Никак. Сюда не надо. До этого он не доходит. Вот прям вот, наверное, если бы был бы Кусман небольшой. Ну нигде. Просто нигде.
Но мне понравилось, что мы вот хотя бы здесь продвинулись. Это хорошо. Что здесь предлагают? Посмотреть хотя бы. Может, я что-то здесь пропускаю сам по себе? Может быть... Нет. Ничего другого не открывается. Гора. Хорошо, возвращаемся к подсказке. Так. Противоположный берег слишком далеко, чтобы положиться на заклинание. Ну и здесь везде камни. Возможно, мы сможем увидеть то, что нам нужно, если обойдем наш корабль по воде. Не знаю, что там собрался обходить по воде. Мы уже обошли здесь, а здесь подсказок же не было, да? Так, это зеленая, да? Зеленая это для тех, кто... Это зеленая, вот зеленая. Что здесь? Здесь лимит времени. Но здесь белая, да, зеленая, белая. В обратную сторону, как я понимаю, они не открываются. Ох, как мы здесь давно не были, я аж уже... Ну и вернуться мы не можем. То есть, типа, смотреть-то туда нет какого смысла. Никакого смысла. Вот мы здесь теперь встряли. Ну никак он туда не хочет. Хотя, может быть, подожди. Не, вот так. Не знаю, это какие-то вообще манипуляции не самые оригинальные, я бы так сказал. Не то. Все равно по бережку. Ну, тоже, да, ничего не дает. Ничего не откроет. Туда-сюда бегать. Ничего мы не видим с этого. Так, 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 так. Ну, опять все, ничего не видно. И снова ничего не видно. Да и здесь камни, здесь же нельзя обойти. Ну, здесь камни. То есть... Не просто же так здесь страж стоит. Тоже закрыто все. Птица восприятия. Сиреневый монолит. Сиреневый монолит. А что он дает? Сиреневый монолит и сиреневый монолит. И что? Конечно, я знаю, где у нас сиреневый монолит. Так, центральная. Как бы. Пожалуйста. А, это монолит входа. Не-не-не-не, это не то. Это именно сиреневый монолит входа. Там-то двусторонний, то есть, следовательно, туда-сюда, а это... Но у нас не было птиц восприятия никогда, в принципе. Так? Ну мы бы уже прошли, мы же подходили, не было у нас птиц. Подходили, мы подходили. Так, интересно. Уже целый час прошел, блин. Насколько все запутано.
подсказок не было. Так, ну мы, типа, вот уперлись сюда, да? И чё? И оно нам ничего не даёт. Да. Никак. Ни через так, ни через вот так. Ни через так. Ни через так. Нету вообще места для... Ну, было бы там место для парковки, естественно. Хоть бы яму здесь откопали, не знаю. Тогда да, вот если бы здесь была какая-нибудь эта яма хотя бы, то типа обход, а так? Может быть, я что впритык не вижу. В упор, вернее. Ну, или впритык. Ох. Я все. Ну, как бы... Я просто... Вот, все, мыслей больше новых нет. Зеленой палатки тоже нет. Здесь, я говорю, мы уже плавали туда-сюда. Сколько, вот сколько... Сколько плавали, столько уже и плавали. Ну, он сейчас в этом... В этот день, естественно, не может никуда. Даже при желании. Вот. Ни туда, ни сюда. Опять же, остается вот, ну, остается то, что остается. Никуда мы не можем здесь опять пройти. И вроде ни корабль не мешает, и ничего остального. Но, конечно же, это не полет. И не телепорт, в смысле, который... Хрен его знает. Я тогда... Я представления-то не имею, откуда, куда ты что хочешь сделать. Сверху, ну, там объективно тоже некуда идти, так что... Так что, так что. Здесь тоже нигде ничего, это не, про... не пролезть, не пройти. Заклинаний у тебя ничего тоже толкового нету. Ну, вернее, именно тех заклинаний, которые не боевые, а... Вот, книжка, опять же говорю, ничего не дает. То есть, если можешь все свитки снять, а хотя мы снимали, тоже ничего не дает книжка эта. Корабль. Мысли вообще нет по поводу или без повода. Итак, проверка. Неизвестно чего. Ну да, все то же самое. С кораб... Ну, логично, что даже с одного корабля все это то же самое было. Он нигде ничего не хочет, не проверять, не из-за этого. Я не знаю тогда все, короче. Иду думать или... Как бы... Или кушать. Ну, кушать и думать иду. Просто, я просто не представляю. Но нам обратно не надо. То есть обратно мы все равно никуда. Нам вот сюда вот явно. Вот определенно. Открывать. А чтобы открыть это вот здесь. А чтобы вот здесь, я, короче, не знаю. Сюда, наверное, мы не попадаем раньше. А может и попадаем, кстати. Кто его знает. Может сюда сначала надо было как-то попасть. То есть до зеленых всяких там границ, всего остального. А потом уже, чтобы с птицей уже и попадаем сюда. Значит, я где-то, может, что пропустил. Ну, я не знаю, где я что мог пропустить. То есть вот у нас подземелье, да, даже предположим. Вот это вот непонятно какая-то, ну, как бы.
нему подходов нет. Напрямки к нему тоже никак. Тем более в те времена еще, когда мы здесь были. Здесь тоже как бы вот ящик плавает. Каким образом его доставать? Неизвестность. То есть, ну он зачем-то плавает, так ведь? Я не знаю. Палатки не открываются. Я говорю, ну прям вот по сути, ну даже не по сути, что кирпичи эти все валяются. Ой, короче. Не знаю. Что здесь может быть не так? Может, я чего реально не вижу и не догоняю. Здесь закрыто все. Водоворотов нету. Ну, а чтобы не тратить время, потому что уже что-то голова реально уже... С этого просто ты напрягаешься с того, чего, может, здесь нету даже. Так что до новых встреч.